Итак, здравствуйте, дорогие интернет-зрители, с вами снова Скудер, канал Ни Слова об играх, и мы продолжаем проходить Gran Turismo 3 Ace Pack для второй PlayStation. В прошлой серии мы с вами прогнали чемпионатик вот на этом славном жучке. Выиграли его. И, значит, в этой серии я говорил, что мы будем делать перезаезд на Sky, но я что-то подумал, что... Надо бабла заработать еще. Подзаработать. А где мы, как известно, подзарабатываем бабло? Это в раллийном чемпионате. Так что сейчас в этой серии давайте все-таки пойдем. Пройдем раллийный чемпионатик еще один. Да плюс их достаточно много еще у нас. И не хотелось бы к концу игры, чтобы они слишком часто там появлялись. Лучше с ними поскорее разделаться. С этими... неоднозначными, мягко говоря, чемпионатами, гонками, и потом про них забыть уже окончательно. Так, давайте, наверное, на этом лансере поедем, так как он у нас как-то немножко выпал. Как я уже говорил, была там серия, попытка записать на нем, но она не попала на канал. Так, давайте его... Попробуем сменить ему маслица, так как говорят, что даже если тачка новая, если и сменить масло, все равно немножко прибавится лошадей. Ладно, и давайте, наверное, дисочки ему сменим, что мне это совсем не нравится, как они выглядят. Так, это что у нас, Данлоп, да? Звездочку. Ну, кстати, темненькие вот неплохо смотрятся. А давайте вот такие ему и влупим. Так, ух ты, sold out. Продано. Заодно денег как раз заработаем на прокачку Sky, дадут машину какую-то прокачанную, еще раллийную. Ну, в общем, одни бонусы от этого у нас будут. Так, раллийные чемпионаты. Вот у нас три пройдено. Швейцарские Альпы следующая. И тут у нас, вон, видите, это четвертая. Потом еще останется раз, два, три, четыре раллийных. И еще и два мокрых. Но это по Special Stager 5. Помню, в журнале, когда читал про вот эти два режима, что по мокрой трассе там появился режим чертовски красивый, нереально просто какой-то этот. Ну, да чё ж там такое-то. Скриншоты выкладывали, говорят еще, ой, на скриншотах, ребята, вообще не передается. А на самом деле вообще шикардос все выглядит. Ну, кстати, я до сих пор в него не заходил и не знаю, как он выглядит. Так что все у нас с вами еще впереди. И вот этот режим я жду. Но всему свое время. Ладно. Раллийные недочемпионаты. Посмотрим. Новая какая-то трасса. Что за машина у нас будет в соперниках? Ага, опять Импреза. Только теперь прототип, да? Так, давайте отключим ей... Ему, точнее... все помощнички. Вот интересно, я проходил на нем чемпионат, что, не отключал, что ли? Странно. Ну ладно, наверное, не отключал, действительно забыл. Ну что, с богом, короче, погнали. Впереди у нас достаточно сложные заезды, ралли, ой. Так. По этой трассе я уже где-то ездил. А где, не помню. Как бы... не в лицензии. Блин, жарища стоит страшная просто, и прям как-то
такую жарищу сон клонит почему-то. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай! Иди в пень! А ну-ка, брысь! О, блин, и преза! Так, отжали, отжали. Так, я тут как раз перед записью серии этой зашел в аркадный режим, а то что-то думаю, в аркаду я, по-моему, вообще не заходил в этой части Гран-Туризма, если только не брать самую первую нашу серию, где впечатления свои. Ой, хорошо, как нас вынесло. Там. Короче, да, аркада здесь, оказывается, тоже есть на прохождение. В принципе, так же, как и в первой части. То есть каждую трассу нужно пройти. Ну, чтобы все плюшки получить, желательно на харде. Тоже три сложности. На харде и есть, правда, в отличие от первой части. Ну, правда, во второй уже это было. Ну, в принципе, да. По сути, аналог аркады во второй части. То есть на несколько классов поделены машины там у нас, и надо на каждом из этих классов пройти каждую же трассу по прохождении. Там как-то они еще поделены на, ну, буквенно, что ли, эти трассы. То есть сначала дана буква А, и там 6 трасс представлено. Вот 6 трасс все проходим. По этому алгоритму открывается следующая пачка трасс, получается. Там дают еще, я так понимаю, машины тоже призовые. Само собой, можно также использовать машины из своего гаража. Ну, в общем, все по классике. Пока что. В третьей части. В четвертой, конечно, аркаду они достаточно сильно порезали. Там как-то аркада больше зависит от того, сколько ты проходишь основной режим, и там от этого открываются машины. Также гараж там можно свой использовать. Ну, в общем, начиная с четвертой части, аркадный режим, по сути, на него вообще забили разработчики. Так, для галочки прикручивали. Здесь пока хоть какой-то челлендж есть в аркаде. Так, спокуха, импреза. Сидим. Сидим там. Там тебе и место. Так. Отличненько. Ух. Так, ну что? А, что-то я, блин, опять подумал, что еще не финиш. Ну как так? С первого раза удалось пройти. Это хорошо, это бонус прям. Так, 5000. Ну, пока что деньги ни о чем, конечно. Но зато за вторую нам уже десятку насыпят. Так. С кругами они, конечно, тут переборщили. Это вот... От гонки к гонке, блин, добавлять кругов и в конце 7 кругов ехать, это кошмар, конечно. Пытка просто. Зачем это было делать? Ой, блин, везде одинаковая машина. Ну, блин, это походу я каждый раз буду говорить, как мы будем заходить в раллийный этот режим.
серьезно, у меня вот какие-то ассоциации с этим режимом в Гран-Туризмо. Вот он как какая-то, блин, раковая опухоль. Вот, честное слово. Вот проник этот вирус в них во второй части, и все. Вот что они не делают, вроде их и ругают это. Ну вот они не могут, не могут они. И причем этот вирус еще и разрастается. Этот же режим от части к части, он, блин, рос, рос и рос. Качеством особым, короче, не отличался. Но в масштабах разрастался, вширь там. Качество, в общем-то, как было посредственным, так и оставалось. Поэтому я говорю, что раковая опухоль, блин, Гран-Туризмо. Злокачественная. Вот его либо этот режим, чтобы он стал хорошим, это вот по сути надо, чтобы он превратился в доброкачественную опухоль. Тогда от него хоть что-то, какой-то толк будет, да? Ну, то есть, чтобы это было, стало похоже хотя бы на нормальное ралли. Либо его вообще отрезать. Вот просто вырезать и забыть про него, как про тут болезнь страшную. Иного, как говорится, третьего не дано. Но по мне, лучше его просто выпилить. Отрезать просто хирургическим путем его и без всяких соплей. Нахрен он не нужен. Я вот в страшном сне просто вижу, как они с одним из обновлений в Gran Turismo Sport попытаются добавить раллийный режим. Это будет просто жесть. Пожалуйста, не надо. Одумайтесь, если у вас есть такие задумки. Не надо. Этот поворот сложный, такой прям затяжной, широченный. Если там с торможением ошибиться, вынесет так далеко, что потом не очухаешься. Вообще трасса, конечно, какая-то нетипичная такая, раллийная, очень широкая, прям широченная, как будто в чистом поле гоняемся. Секунда отрыв, ничего себе. Прям что-то с чем-то. Вот эту связку что-то не очень получается проходить. Он меня тут догоняет. Ух ты! Да куда тебе? Хорош. От секунды и следа не осталось. Так, аккуратненько, аккуратненько. Проходим. Проходим, проходим. Не задерживаем. Томми. Интересно, они на Лансере написали здесь Томми, да? Соответственно, это Томми Мяки. У них лицензия вообще была, ну то есть это же имя гонщика. Как это вообще у них? Скорее всего, именно лицензии VRC-шной у них никакой не было, потому что, ну, я думаю, тогда бы это все не так убого бы выглядело. Но вот на тачке у них
получается же была лицензия, да? Полная. То есть они не заменили надпись Томми. Ну, Marlboro, понятно, убрали, потому что это в игре там, который 3+ рейтинг, пропаганда сигарет и прочее, они, естественно, заменили, как то было и в самом релейном чемпионате, там тоже заменяли надпись Marlboro на имя. Так вот, у них, получается, лицензия была на машину, потому что выглядят-то они все канонично. Кстати, вот сейчас на спойлер Лансера гляну. В андеграунде есть такой спойлер. Прям один в один такой же. Можно поставить. Вот опять здесь секунда. Отрыв. Но это, блин, мало что значит. Сейчас он накатит. Сейчас он накатит и потом догонит. Опа! Спокуха! Тихо. Спокуха! Нет, только не в последнем повороте. Ух, опасно, черт возьми, нифига она накатила. Пойдет. Вторую тоже с первого раза осилили. Отличненько. Прям хорошо идем. Томми. Пока Томми для нас счастливец. Счастливый, точнее. Так, ну а для третьей трассы, как мы помним, надо нам с вами прокачивать наш Лансер. Потому что там импреза будет в полном фарше. Так, прокачивать, собственно, нам нечего на нем, кроме как вторую стадию турбины поставить. И мощность сразу вон на 150 лошадей прыганет. Так, да, поставить. Сейчас могут быть проблемы, потому что управление, конечно, Лансером сейчас изменится. Так. Ну ладно. Сейчас, скорее всего, там, где раньше не тормозил, придется притормаживать. Блин, насколько притормаживать, непонятно. Ну, может, они вот из этих соображений сделали тут 7 кругов. Потому что, как бы, первые два этапа, они, по сути, одинаковые. Там соперник у тебя одинаковый и машина, по идее, а для этой гонки тебе приходится прокачивать тачку, и получается, что поведение ее, естественно, меняется по сравнению с первыми двумя гонками. Ну и типа, ох, да, здесь. Тормозить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Бешеный Лансерюга стал, конечно. Фига себе. 150 лошадей лишних привязали. Тихо, блин. Да ну нахер, тебя еще и разворачивает. Да как это так-то? Вообще. Ч
что-то новенькое такое. Да блин, давай. Езжай. Блин, сейчас еще это пылить будет. Корова. По внутренней. Теперь ты поглотай пыли. Преска. Все равно, не знаю, 7 кругов это слишком, черт возьми. Да. Вот, ну вот так же, короче, все. Здесь секунда. Тут накатывает. Так, тут надо аккуратнее, что-то, блин, переоценил в прошлый раз. О, вот она. Здесь. Да ёлки-палки, блин, куда ты на зрителей-то лезешь? Опа, 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 опа! Так, тебе тем же отплатим. Мощность это не всегда прям однозначное благо, что ли. Ну, здесь она отстает, да, все время около секунды. А потом чувак на это накатывает, налетает. В пыли там где-то затерялась. Так, смогу здесь сейчас прыгать будем. А, 1.3, ого. Первый раз у меня тут такой отрыв от нее. Ничего себе. Даже вон на карте появился разрыв между пятнышками. Эй! 1.5 секунды, ребятушки. Ничего себе, уходим в отрыв. Сейчас здесь бы еще секунду отыграть. Как это обычно. Задел-то. Нет, 1.5. Вообще ничего не потеряла зато там. Место еще на мосту. Сцепление там совсем другое, когда на него не прямо выходишь, когда колеса прямо стоят, а в заносе там опасно вообще. Аккуратнее, в общем, надо с заездом на мосток. Можно стараться выправить машину перед тем, как на него заезжать. Давай, Томми, Томми, жми! Ого! Такой отрывчик от нее это. Более или менее приятно, конечно. Ошибся, даже накатил.
сами по себе вроде ничего, трассы такие. Ну вот это, по крайней мере, она даже такая красивая. Но все равно она никчемная. И сам режим вот этот вот, он, конечно. Все портит вообще. Палки абсолютно ж одинаковое все. Так, пятый, шестой сейчас будет. Ну, так главное, подоторвались от нее, чутка задел сделали и так и держится. В принципе, в районе полутора секунд. Хорошо. Главное сохранить это на последний круг. Она не приблизилась. Так оно как-то спокойней. Комфортней. Ни один хрен непонятно, вот эта тяга сейчас Ямаути в свой Gran Turismo Sport, блин, добавлять только реалистичные трассы. Ну чё, блин, реально упоролся, что ли? Ну мне потому что, черт возьми, обидно. Такие классные трассы, вы же сами их сделали, ну. Народ по ним аж пищит, ёлки-палки. Все хотят, чтобы по-любому что-нибудь оригинальное не добавили. Нет, они продолжают с упорством, блин, маньяка какого-то. Добавлять какие-то автодромы. Вообще, ну ладно, там популярные какие-то вот самые известные. Это четко, да. Ну блин, у вас свои автодромы уже есть, популярные и известные. Добавьте вы их тоже. Нет, какие-то вообще хрен пойми, что добавляют. Тогда уж исторических бы каких-то добавили больше. То есть известных, но типа забытых там. Автодромов прошлого. Но нет. Они вообще не понять, что добавляют. Но оригинальные трассы, не-не-не. Все, у нас все, теперь игра супер реалистичная. Мы теперь с ФИА дружим. И, короче, все. Чё у них? Они не могут у ФИА, что ли, амалогацию пройти? Так, тихо. Опять, блин, на последнем повороте, на последнем круге накатило. Фу! Вот это да! Чудо, концовочка все равно получилась напряжная. Так, ёкнула слегонца. Ну что же, вот, собственно, и все. Прошли мы с вами очередной раллийный чемпионатик. Давайте скорее смотреть, что нам дадут. Да, денежки. Рубасики, давайте. Машину, что за машина? Completed. Соло ивент. Ага, здесь без выбора, да? Пижоха. Ну ладно. Следующий, значит, поедем на пижохе. А что-то, на чем мы уже гоняли, можно, опять же таки, продать. Пойдет пижоха, прикольная машинка. Лидер тех лет. Так. Ралли челлендж. А, пошли, короче, все в обратку. Короче, то же самое, только теперь в обратку. Ну вот, собственно, и все. По сути. Четыре трассы, значит, получается, всего раллийных у нас. Дальше пойдет то же самое в обраточку. Ну ладно, чё ж. Будем в обратку ездить. Так.
зайдем, посмотрим в гаражик, сколько стоит пижоха, потому что это тоже немаловажный вопрос. 87 500. Ну хорошо, а то там что-то какая-то тачка была дешевенькая, 73, да, по-моему, стоит, есть или 75, а это нормально, 87 500 по большой валюте. Ух. Да, ну, в общем, не совсем понятная, короче, история. Ну, это опять к трассам я возвращаюсь. Чуть-чуть. То, что договорить-то... А, вот, Lancer 75 тысяч стоит, да, почему-то. Что... Как я пошутил, но может это действительно как-то с этим связано, что их, блин, трассы оригинальные, ну, вот эти, которые они сами выдумывали. Может, они как-то не могут с Фиатом законтачиться, типа, они... по длине не подходят, или там как-то по конфигурации, каким еще параметрам. Ну, в общем, не могут амалогацию получить у Фиа. Да не, это, конечно, полный бред. Вряд ли в этом дело. Просто что-то вот они упоролись как-то и не хотят. Не хотят нас порадовать. Но, надеюсь, мы их все-таки пробьем. И все-таки они посмотрят мои прохождения и услышат, что... народ жаждет старых, добрых, ваших, ребята, Polyphon Digital Trust. Вот. Ну что же, ладно. Серия получилась короткой, не поедем мы уже тогда больше ничего. Ну вот такая вот просто серия получится коротенькая. Я на самом деле рад, что получилось с первого раза все удалить, потому что поскорее пройти и забыть, в общем, эти раллийные чемпионаты. Неду чемпионаты. Опухоли то отрезать. И все, и выкинуть. На помойку. Биохазард. Ладно. Надеюсь, что вам более или менее понравилось, как мы сегодня погоняли в грязюке. Вот. Ну, а с вами был, как всегда, Скудер. Канал Ни Слова Об Играх. И увидимся в следующей серии. Всем пока-пока.